Родителям тоже есть чему поучиться. В преддверии нового школьного года госавтоинспекторы решили проверить, правильно ли ивановские водители перевозят своих чад. В пятницу утром несколько экипажей расположились на улице Мальцева областного центра между двумя детскими садами. На территории областного центра города Иваново проходит массовая проверка водителей на предмет перевозки детей без специальных детских удерживающих устройств. То есть стараемся останавливать каждый автомобиль. Неспроста стоим на данном участке дороги, так как здесь расположена большая концентрация детских дошкольных образовательных учреждений, детских садов. И, как показывает практика, зачастую водители просто пренебрегают правилами перевозки своих собственных детей. В этом авто все по правилам. Маленький пассажир пристегнут. Привет! Пристегнуто? Пристегнуто. Инспектор желает семье счастливого пути и отпускает. В случае с этой иномаркой не все так однозначно. Детское удерживающее устройство в машине есть. 5-летняя девочка сидит в нем, но она не пристегнута. Вместо того, чтобы признать свою ошибку, отец начинает спорить с дорожными полицейскими. Ребенок во время движения не был пристегнут. Детское кресло есть? Детское кресло За есть. За что выписывается? Ребенок, потому что Но я был. Понимаю, а трактовать в протоколе, как вы будете это? Вот нет, как здесь нету написано, перевозка кресла? Детей в возрасте младше 7 лет, ребенку 5 лет. Штраф какой? Где написано? Прописано штраф 3000 рублей. Пункт 22.9. 22.9. Дальше что? Смотрим кодекс административных правонарушений, выдержки из кодекса. Статья 12.23. У меня папа сам гаишник Нижегородской области. Он выписывается штраф, если перевозка нарушение требований к перевозку детей установит право дорожного движения. Ситуация абсурдная. По логике водителя главное, что в машине есть кресло, а пристегиваться не обязательно. Ребенок должен быть находиться в специальном детском удерживающем устройстве, соответственно, должен быть пристегнут в детском удерживающем устройстве. Например, в автокресле это предусмотрено конструкцией, то есть если присутствуют ремни безопасности, и, соответственно, ребенок должен быть пристегнут ремнями безопасности. Ну, также можно провести аналогию и с обычным штатным автокреслом. Если находится ремень безопасности, то человек, сидящий в этом кресле, должен быть пристегнут. Иначе просто сам смысл и детского удерживающего устройства, и ремня безопасности просто не имеет значения. Административный протокол на водителя все же составили. Если он не согласен с ним, точки над «и» расставит суд. Перевозка детей не по правилам не самое серьезное нарушение, с которым инспекторы столкнулись в ходе рейда. Водитель этой «Волги» показался полицейским подозрительным. Вердикт беспристрастного алкотестера – 0,34 промилле. Почти в два раза больше разрешенного показателя. Водители спросили, когда он последний раз употреблял алкогольные напитки. Он сказал, что последний раз употреблял алкоголь в обед 30 августа. Водитель лукавит. Опытные инспекторы знают, такой показатель в рюмочном эквиваленте равен стопке водки, выпитой за пару часов до теста. А попался водитель в таком состоянии в 8 утра. Этот завтрак мужчина не забудет еще долго, минимум 1,5–2 года. Именно на такой срок его лишат прав. Без комментариев. Как показала проверка, многим взрослым не мешало бы в преддверии Дня знаний сделать работу над ошибками. Ведь тройка, 1000 рублей штрафа и пара лет без машины – не самое страшное, чем могли бы закончиться для них сегодняшние поездки. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.